Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Memento Mori. И это последняя серия этой игры. Что ж, оказывается, в прошлой серии произошло вообще хрен знает что. Оказывается, это не брат наш, это просто-то наша галлюцинация. Типа, что картины украли для того, чтобы кое-что в них поправить, чтобы там какое-то там зло там не вырвалось. А Макс находится в психушке и... Ну и пытается что-то понять, что-то сделать. Ну ладно, давай, быстро. Бояться нечего, Макс. Что хочешь сделать-то? Конечно, можно поступить и так. Так, молодцы, мы палочку нашли. Мы нашли палочку, теперь что? Ножка от стола. Ладно, это последняя серия будет, и у нас тут целая настоящая проблема появляется. У нас появляется настоящая проблема. Макс помаленечку с ума сошел, что оказывается его настоящий брат погиб давным-давно. И... Ты точно хочешь закончить все именно так? Думаешь, самоубийство это выход? Не сходи с ума. Ты тут передо мной пляшешь. Очень ржачно. Так, ладно, давай, посмотри, что тут у нас есть. Я услышала еще один удар. Я должна немедленно сломать дверь и попасть туда. Да-да, я в курсе, что Макс уже все, уже, он же невменяемый. Бери топор. Топор бери. У нас времени нет уже. Врача ждать. Слушай, Макс, а ну харе там это. Дурень. Вернись быстро сюда, кому сказано. Макс, нет. Хватайся, ну дурень, за ногу. Нет. Вот дурень, а. Блин, я думал, хэппи-энд будет. Ты чё идёшь-то, сука? Это оказывается, что-то там такая-то херня какая-то, да? Нормуль, хотя концовка. Никто не узнает о том, что Лариса Светлова сделала для возвращения картин, ее труды не были напрасными. Несмотря на трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в ходе расследования, она добросовестно выполнила свои обязанности сотрудника Интерпола и спустя 3 недели была повышена в должности. Она повышена в должности. Будто это произошло благодаря вмешательству полковника Останковича, который, между тем, получил долгожданную награду от президента. После безуспешной попытки самоубийства Макс был доставлен в больницу, где после длительной операции его состояние стабилизировалось. А, то он все-таки жил, да? А, в коме лежит. В коме. То есть он не погиб, да? Посещает его в Лионской больнице, постоянно слышит одни и те же слова.
Он может прийти в себя завтра, через год, а может быть и никогда. Но все равно, слишком рано терять надежду. То есть он все-таки не погиб, он просто в кому лег, да? Чуть-чуть. А Лариска у нас повысилась, поэтому... И все? Да, это все. Блин, я точно знаю, что там должны быть другие концовки должны быть. Нормуль. Не, точно помню, в описании было сказано о шести разных концовок. И скорее всего, Макс мог погибнуть полностью. Ну или Лариска там как-нибудь уволится. Ну блин, я, блин, думал, хэппи-энд будет какой-нибудь. А тут, знаете, раз, два и все. Хэппи-энда не оказалось, а монахи какими-то другими оказались. Они украли картины только для того, чтобы изменить там какую херню, чтобы там, а тут два демона не выбрался, и все. Ох, забутили тут разрабы, да, а? Нет, это нечестно получается. Я тут сидел, играл, думал тут про хэппи-энд, тут все ради хэппи-энда тут делал, а он раз и все, и хэппи-энда нету. Нету хорошей концовки. Ладно, есть еще вторая часть, которая вышла в 12-м или в 14-м году, не помню. Скоро ее будем проходить. А теперь давайте закончим эту серию. Блин, я думал, хоть чуть-чуть времени будет. Ну и что нам не нужно было сделать, чтобы получить нормальную концовку? А? Вот что я сделал неправильно? Вот что конкретно? И скажите, пожалуйста, в какой нахрен палате, клинике психиатрической? Вот такую херню делают. Стул, палку какую-нибудь и дырявые окна. Что можно выпасть из окна? Это как можно сделать? Чё за инвалиды там? Тупые строители инвалиды это делали, а? Блин, я не знаю, как получить нормальную концовку. Но я точно знаю, что она есть. Должна быть. Только я не знаю, что нужно для этого сделать. Ладно, давайте закончим. Во второй части мы узнаем, что произошло с Максом. А теперь давайте закончим. Все. С вами был Виктор, всем пока.